Сегодня в ауле Адыгехабль прошел траурный митинг, посвященный 21-й годовщине героической гибели офицеров Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесии Сергея Ревенко и Валерия Бойко при предотвращении террористического акта. Подробнее в репортаже Карчи Биджиева. Акция «Минута молчания» – это скорбь и боль о погибших, солидарность с жертвами трагедий. Протест против терроризма и надежда на то, что люди мира смогут не допускать разрастания этого преступного безумия – терроризм. Родственники, друзья, сослуживцы и жители ежегодно прибывают к мемориалу, к тому злосчастному месту, где все произошло. Они помнят и читают память погибших офицеров МВД Карачаево-Черкесии Валерия Петровича Бойко и Сергея Петровича Ревенко при предотвращении теракта на территории Адыгехабль. Подошли к машине, которая была начинена взрывчаткой. Все, что они успели сделать, это отвезти остальных людей, сотрудников, кто был рядом с машиной, подальше от нее. И в 10:00 прогремел взрыв. Взрыв, который унес их жизни. Но который должен был прогреметь в другом населенном пункте, в городе Ненамыске. И унес бы гораздо больше жизней. Вот. Ценой своей жизни они предотвратили страшный террористический акт. В этот день, 24 марта 2001 года, ничего не подозревая, Сергей Ревенко и Валерий Бойко, как обычно, отправились на работу. Они тогда и не подозревали, что в последний раз видятся со своими родными. Остановив подозрительное транспортное средство и узнав, что оно начинено взрывчатым веществом, сотрудники правоохранительных органов принялись за свою работу. Сработал таймер. В разминировании этой машины погибли два офицера. Погибли без раздумий, без колебаний, отдавая жизнь ради других. Имен таких героев не перечесть, и их очень много. Не успели вот это все сделать, начали разминировать. Вот это спасибо им, действительно же. Нас там было человек 20 возле этой машины. И вот Сергей Ревенко, вот я не знаю, что вот у него, он говорит, ну давайте отойдите на всякий случай. Ну или чувствовал, или что вот у него было такое, ну... Ну, я же у него еще спросил, что такое. Иди ты, говорит. А то б я, наверное, тоже там же был бы. Говорит, надо, я тебе махну, ну, и позову. Ну, стоим же, наблюдаем, как оно все идет. Потом раз, такой, типа, как металлический скрежет что-то такое. И вот эта яркая вспышка такая, и все. За героизм и мужество указом Президиума Российской Федерации от 21 ноября 2001 года подполковник Сергей Петрович Ревенко и майор Валерий Петрович Бойко награждены Орденом Мужества посмертно. Карчи Биджиев, Максим Долгов. Вести Карачаево-Черкесия, Адыгехабль.